90-летний юбилей Виктора Стримоусова стал праздником для учителей, учеников и выпускников школы 17, школы, в которой он проработал 34 года. Именно во время работы Стримоусова за школой 17 закрепилось звание самой спортивной. Это не было официальным мероприятием, и даже официальные лица, председатель Думы Верхнесалдинского городского округа Игорь Гуреев и специалист администрации Олег Новоселов, не придали ему скучной протокольности, а искренне пожелали юбиляру здоровья и преподнесли подарок. Начальник спортивного цеха ВСМПО Алексей Забродин и заместитель директора по управлению персоналом корпорации Константин Ильичев не стали перечислять заслуги Виктора Алексеевича, а душевно поздравили именинника от имени всех спортсменов завода, вручив медаль «Победитель на дистанции 90 лет». Виктор Алексеевич был рад встрече со всеми. Встреча с любимыми и дорогими учителями, с которыми я проработал и которые мне помогали во всех спортивных и трудовых делах. Каждое сказанное в свой адрес слово Виктор Алексеевич принимал с благодарной улыбкой. Их произносили знакомые и близкие люди, которые его любят и которых любит он. Ольга Николаевна Чичулина, бывший директор 17-й школы, проработала с Виктором Стримоусовым 36 лет. А для сегодняшних учеников школы, которым не довелось тренироваться у Виктора Стримоусова, он живая легенда. И сегодня они сами с ним познакомились и подготовили для ветерана отличный концерт. Каждая секция у нас, то завидовать нам станешь и придешь еще не раз. Ах, какое выполнение упражнений у ребят, это просто загляденье, как глаза у них горят. После этого наступило время свободного микрофона. Поздравила бывший завуч школы 17 Мария Петровна Смагина. С добрыми словами к учителю обратились его бывшие ученицы и коллеги по педколлективу 17-й школы. Они не могли сдержать эмоций, признаваясь в том, что именно Виктор Алексеевич научил никогда не сдаваться. У Виктора Стримоусова было тысячи учеников, и он помнит каждого из них. И без всякого сомнения, каждый из тысяч его учеников помнит того, кто учил стоять на лыжах и бросать в корзину мяч. 90-летний Виктор Алексеевич Стримоусов уже не тренирует, но со спортом не расстается. Только пока катаюсь на лыжах. Все еще катаетесь на лыжах? Да. На мельничных? Меньше сходил два раза. В этом году у меня такое вот время такое. Снега не было, а потом снег выпал. Мне пришлось заниматься делами, вот этих юбилейными делами. За прошлым году я выступал еще на лыжне России в Екатеринбурге, где был награжден хорошим подарком. Мне подарили штангу и 6000 денег зарплаты. А штанга-то без дела стоит или вы ее тягаете? Она у меня в квартире прямо, у койки. Занимаетесь? Ну, то для себя, так маленьким весом. Хорошо, что школа 17 организовала такой душевный семейный праздник. Тихий, без фанфар, но громкий по своему смыслу и значению для салдинской истории, в которой есть строки, вписанные золотом учителем, тренером и замечательным человеком Виктором Алексеевичем Стримоусовым.